Всем здорова, друзья, с вами Спикер и новая часть полицейских погонь. И сегодня нас ждет самое необычное транспортное средство, которое было в полицейских погонях, друзья. Это колесо. Мы сегодня будем под колесами. Чувствую, реально будет трэш, потому что полиция Лос-Сантос такого точно не видела. Всего лишь одно колесо и больше ничего нету. Не 4, не 2, а одно колесо. А если понравилась футболочка, то можете скачать ее в описании. Ну что, друзья, садимся в тачку, садимся в колеса, в колесо и будем сегодня под колесами. То есть будем в колесе. Это реально чумовое транспортное средство. Такое есть в интернете и можно его скачать и установить. Их ты жесть. Интересно, как смотрится все это дело из кабины? Так, из кабинки. Ох, у нас есть руль, у нас нет зеркал, есть еще одно сиденье. Руль поворачивается и, в принципе, можно... О, даже едет. Это реально? Он даже едет. Очуметь, это задний ход, это что будет передний ход. Даже не понять, где перед, где зад. Но, в принципе... Вроде. У нас умеет дрифтовать даже. Ну что, друзья, полиция Лос-Сантос сегодня будет против одного колеса. И сможем даже на одном месте поднять кучу дыма. Обалдеть. Очуметь можно. Хорошо, сделаем 3 звездочки и погнали против полиции Лос-Сантоса. Так, секундочку, нам нужно 3 звездочки, друг мой. Мне нужно отключить. Это отключаем, это добавляем. Секундочку, вот так. Готово. Обалдеть, колесо против полиции Лос-Сантоса. Что может быть прекраснее сегодня? Прекрасный день, где у нас вертушка? Я вертушки не вижу. У нас, кстати, есть еще оружие. У нас много видов оружия. Можно дело, конечно, оп, выбрасывать. Прямо из колеса можно выбрасывать. И это дело... взрывать. Так, я вижу, коп подъезжает. И мы погнали, друзья. Колесо против полиции Лос-Сантоса. Здорово, девочки. Как вам моя тачка? Как вам моя тачка? Это, конечно, не назвать тачка. У нас есть девочка, которую можно задавить. Обалдеть, как мы ее расплющили. Она жива, не жива? Нет, жива, все в порядке. И вот наши копы, друзья. Держись, С4. Оп. Взрываем это дело. Обалдеть, можно с колеса бросать за С4 и это дело взрывать. Погнали через город, через холмы и, конечно, будем подниматься на саму гору. О-о-о, спокойно. Кстати, управление довольно nice и довольно резко поворачивается. Нужно набрать скорость, там была вода, походу. О-о-о, прям в будку, полицейскую будку, и копы здесь тоже рядом с нами. Можно, в принципе, взять, наверное, какой-нибудь автомат. Где у нас впереди зад, я даже не понимаю. О, копы, копы, копы. Я не хотел задавить, не получилось. Нужно, конечно, еще научиться управлять этим колесом. Довольно сложно. Там, вижу, статисты вырезаются. Нам нужно, наверное, какой-нибудь УЗИшку. Мне УЗИшку нужно... Так, пускай брони... О, Валера. Валера, сейчас мы попробуем. Нет, таки нужно бронебойная, нужно поактивнее. Жесть, как колбасть. Я чувствую, там будет блевотины сегодня очень много. Так, коп за мной. Коп за мной, давай, давай, подъезжай. Сейчас будет потеха. Сейчас подлетишь кверху. Нет, не подлетел. Повезло тебе. Он толкает мое колесо. Задний ход. Оп. Как очуметь, я вылетел. Копы остались сверху. Погнали. Где впереди зад, я даже и не понимаю. Я чувствую, у меня сегодня тоже блеванет вместе с Франклином. Потому что я не понимаю, где впереди зад. А если включить все дело из кабины... Ох, май гад. Очуметь, как это смотрится. Нам нужна трассу выйти. Конечно, колесо очень маленькое, если бы было чуть побольше, но колесо, мне кажется, отбило зад. Оно довольно крупное. Нам нужно залететь на шоссе. О, залетели, нормально. Погнали по шоссе. Ребята, смотрите, какая у меня крутая тачка. Покруче вашей будет сегодня. Одно колесо и против полиции Лос-Сантоса. Мне нужны сегодня танки. Хочу проверить, как будет колесо против танка. Мы будем залазить на танк и просто очумеет, ребята. Так, мы поехали по шоссе. Я тут реально. Реально можно прибавить скорость и посмотреть, насколько максимально у нас разгоняется наше колесико. Или найти день трамплишку. Коп подрезает меня. О, как это красиво было. Очуметь. Уж довольно колесо. Настя. Через такие препятствия провозит. И мы, кажется, уже слетели вниз. Но погнали снизу. Где перед, где зад? О, перед. Все в порядке. Мы ушли от копов и продолжаем свой путь к нашей цели, друзья. Прям на гору. Мы, кстати, поднимаемся на шоссе снова. Ребята сверху, они нас догоняют. Попробуют догнать, у нас даже есть российский УАЗик, а мне нужно поворот направо. Там, кстати, есть мотоциклист, который можно, наверное, пробовать сбить. Оп! Обалдеть! И снова мы слетели, прямо на шоссе. Очуметь, что у нас есть еще интересно? Есть УЗИшка, автомата, ну, в принципе, как на мотоцикле. Но мне нужно что-то такое найсо. Газик, о, у нас есть коктейль Молотова, держи, ребята, коктейль Молотова. Нет, не то. Мне нужно что-то другое, более эффектнее. Снежок мне не канает.
Ну хорошо, пускай будет бронебойный, ребята, я не вижу. Мы уходим очень быстро от копов, а мне нужно повернуть где-то налево. Давай прям тут повернем. Оп! Обалдеть! Повороты просто очумело происходят, только не вниз падай. Нам не нужно падать к депо. Так, перед. Я путаюсь, где перед, где зад, у меня еще сигналит. Да, он заценил мою тачку. О, прям копы. Ну, конечно, на копов не залезем, потому что нет, можно залезть на копов даже. Мне нужна тачка пониже, типа Lamborghini, можно на нее точно бы залезть. Око прям передо мной, сейчас проверим, ребята. Ух ты, жесть. Давай еще разок. Давай, Франклин, еще разок. Очуметь. Обалдеть. Поехали дальше. Нет, зад. Сначала назад, потом наперед. Ребят даже не понимает, куда именно стрелять. Я чувствую, Франклин там уже в блевотине весь. Ох, я чувствую, мне уже блевану сейчас. По пути проехали, и уж скоро будет уже гора, друзья. Две вертушки, и что? Проскочили довольно неплохо. Держи. Мне кажется, мы его убили. Хорошо, такая у него работа, опасно. И, в принципе, никто нас не преследует. Мне, друзья, хочется все-таки танки увидеть. Сейчас мы сделаем, наверное, еще одну звездочку и увидим танки. Потому что я не стреляю, потому что я не нарываюсь на окопов. Мне хочется увидеть танки. О-о-о, таранит. Не тут-то все было, не все так просто. Кого-то убил. Кого-то убил случайно. А он продолжает ехать за мной. Я еще подстреливаюсь. Кого-то, мне кажется, врезались. Ребята, вы, походу, меня блокируете. Погнали к вертушке, сейчас будет пролет. Так, проскочили. Мы проскочили, ребята позади остались. У нас уже ФБР. И скоро будут танки, по идее. 5 звезд, мне нужны танки. Куда ты прешь, а? Куда ты прешь? Поехали во встречке. Поехали во встречке прямо на одном колесе. А нет, есть копы. Коп. Стой. Я, кажется, снес только дверь. Я хотел чувака с ним, получилось только дверь. О, навстречу. Это навстречу, это просто реально проверка живости. Ребята, как вы там, живы, не живы? Начнем уметь. Можно, говорит, ходить иногда от первого, но жалко не видно. Нету у нас жалко там какого-то окошка. Как нас крутануло-то? Так, ну-ка, задний ход, можно проскочить, не получается проскочить, ребята все разбежались, кто куда, я тоже подстреливаемся, мне кажется, мы застрелим. Черт, ребята, нет, мы на одном колесе проскочим, и можно кинуть на С4. Ребятишки, сейчас мы кинем С4, держи С4, сейчас рванет. Ух ты, жесть, сколько там мяса, сколько копов полегло. Хорошо, погнали. Ух ты, бегуны. Я хотел, по идее, его задавить, но хорошо, погнали вперед. У нас есть С4. Есть С4. Так, бросили. О, нас подрезают. Мы на одном колесе, и нас подрезают. Очуметь. Взрываем его нафиг. Кирист, а как смотрится у нас вот такая камера? Очуметь, это реально прикольно смотрится. Это реально чоп. Это топ реально, друзья. Это полный трэш. Мои глаза просто полезли на лоб, и реально это просто шок. Одно колесо под Лос-Сантосом и раскидывает С4. Держи С4. Это дело взрываем, погнали налево. Нам нужна лево, вертушка над нами. Едет всего лишь одно колесо, и чувак сидит в колесе. Ух, проскочили, подрезали и маленько помяли. Ничего страшного, мы развернемся и поедем дальше. Обалдеть, это реально прикольно смотрится. Хорошо, приключим камеру и погнали по встречке. У нас, погоди, там были вертушки. Ну, хорошо, погнали сюда. У нас есть еще УЗИшка. Одну тачку, вторую тачку, третью проскочили. И держись, С4. Оп, готов. Нет, не готов. Ну, попали в других. Оп. Да, тачка была занижена, но не получилось подлететь. Копы горят. Так, мы перед, задом едем. Я даже не понял. Я просто давлю газ на перед, и все, я понимаю, где перед, где зад, и им как-то очень сложно. Меня уже поймали. Меня не поймали, не тут-то было. Мы сегодня на колесе, можно прокатиться даже именно вот. Слушай, довольно хорошо поднимается в горку. Погнали через ферму. Нет, погнали все-таки по шоссе, и я уже вижу нашу гору, друзья. Прям с горки вот. Очуметь. Как красиво смотрелось колесо. Оно же поднимает пыль. И копы едут за мной, конечно же. Зад вперед, все-таки не заблокировал. И копы сзади меня, налево-направо. С4. Ребята, у вас на обоухе С4. Я вам не советую дальше ехать. Так, поднимаемся и взрываем это дело. Черт. Работа полиции очень опасна и очень сложна. И нас все-таки сегодня подкинуло кверху. Какой прекрасный вид. На этом колесе. И прям в тюрьму. Нет, не получилось в тюрьму. Довольно было забавно. И с нас попали прям в тюрьму. Спокойно, ребята. Ух ты, жесть. Что сегодня за трэш происходит? Я даже не понимаю, куда ехать дальше, потому что мне уже
блевотина лезет. Так, хорошо, возьмем, наверное, автомат какой-нибудь и подстреливаемся. Так, впереди ФБР. Пытается подрезать, но не тут-то было. Ребята, сейчас будем давить вас. О, чувака просто давило. Арик, очуметь. Нет, он живой, с ним все в порядке. Мне нужно больше пешеходов. Интересно будет, если много пешеходов поставить и попробовать на этом колесе задавить. Я вижу, есть российский УАЗик, и сейчас попробуем его на таран взять. Там страшно, не страшно, чувак? Жесть. Ох, ты что, подкинул у нас. Очуметь. Так, спокойнее, такие слишком высокие машины. У нас есть какой-то мячик, и можно, по идее, его сбить. Да, покатился дальше. Прямо на тачку. Так, тут проскочим. Тут проскочим, у нас есть. Мне нужно сигнальную ракету. У нас, по идее, нет сигнальной ракеты. Довольно было забавно бы подстреливаться на сигнашке. Кстати, едет поезд. Можно пробовать просто на поезд залететь. Но мне кажется, да, он есть с такими. И именно с такими прицепами, на которые можно налететь, друзья. Ну-ка попробуем сейчас. Сейчас попробуем. Нет, нужно было бы маленько подождать. Нас как-то занесло. Черт возьми, мы живы. Мы еще живы, сейчас попробуем все-таки залезть на поезд. Давай на поезд. Давай на поезд. Мне нужно найти где-нибудь трамплишку. О, впереди с трамплишкой. Можно прямо по трамплишке залететь на поезд. Налево же, наверх. Наверх, наверх. И можно пробовать именно вот тут. Хопа, хопа. Коп позади. Сейчас мы это дело попробуем. У нас слишком крутануло. Их, получится, не получится. Нет, походу у нас не получится. Нужно набрать намного скорость и намного повыше трамплишку нам нужна. Ох, была не была. Нет, друзья, не получается. Погнали на шоссе, погнали на нашу гору. Где было забавно ехать бы до самой горы. Тут мы проскочим. Без проблем проскочим. И копы уже в разные стороны разлетаются. Я не вижу танки. Мне нужны танки. Больше танков, больше трэша. Так, вижу, вижу тачку с прицелом. Минирую. Минирую, у меня было С4. И проскочим. Проскочили. Впереди есть какая-то блокада, и сейчас будем давить копа. Это жестко будет. Покуда просто дали подстрельник, он упал, стрельнул, но уже остался живой. А впереди есть, кажется, три машины, три полицейские машины. И что с ними делать, друзья? Можно просто подстреливать. Вот минус одна тачка, и можно на таран ее. Коп вылетел, оружие вылетело тоже, пересел другой его напарник и продолжает движение. Очуметь. Это полиция Лос-Андреса, второй тоже готов. Так, да, вертушка прижимает, но мы проскочили. Есть коп еще один. Коп, держи тачку свою. Было много крови, но он, походу, живой остался. Нет, сейчас мы добьем его. Да, мы его добили. Ну что, друзья, вот гора, практически добрались. Это, конечно, было долгое путешествие, но мы все-таки добрались. На одном колесе, и сейчас будем давить еще копа. Мне нужно было намного набрать скорость намного сильнее. Так, коп у нас готов, нас пытается обогнать, нас пытается подрезать. Полицейским маневры все-таки не удались. Нет, получились, я все-таки потерял управление. И не понимаю, где перерезать. О, разобрался. Мне кажется, уже стемнело, уже закат. Мы катались целый день, и сейчас скоро приедем в нашу гору. Очуметь, есть бронетачка. Я хотел ее на таран взять, но у нас крутануло довольно на 180. И... нет, 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 вертушкам. Давай налево, давай резко налево. Какие-то взрывы там. Какие-то взрывы, я ничего не бросал. Были взрывы, и поднимаемся в горку, друзья. Танков почему-то не было, танки не приехали. Видимо, просто в шоке от нашего транспортного средства. От нашего колесика. Ух ты, жесть. Я чувствую, там много блевотины, и уже у Франки весь в блевотине. И скоро будет выходить прямо на горе. Тут довольно будет спокойно, и можно маленько поддышаться. Очуметь. Дикие животных мы трогать, конечно, не будем. Так, у нас есть автомат на всякий случай. Если будет, конечно, копы, будем отстреливаться. Но мне хочется все-таки подняться на этой тачке на гору. Интересно, она не поворачивает, не поворачивает налево. Так, давайте в гору, в горку, в горку. Так, вертушка позади, копов нету. Нет, копы спереди есть, так что будет. О, сколько там копов, обалдеть. И все падают вниз. Слушай, довольно удобно ездить на одном колесе по таким узким дорогам. По такой узкой тропинке довольно найс. Прям по тропиночке, и теперь реально смотрится то, что нужно. Мы едем с горки, вернее в горку, на колесе. Хопа-хопа, объедем здесь с левой стороны, и все выше и выше. Обалдеть. Мне реально скоро блеванет, потому что такая камера. Очевидно, как там трясет внутри. Так, налево, налево нужно. Так, все выше и выше поднимаемся. Главное не упасть и аккуратненько подняться. Уже какие-то взрывы, походу, приехали танки, взрывает. Либо ребята просто взрываются. Не очень удобная позиция. Тачки могут вылететь и нас просто сбить.
все выше. Где вертушка? Черт возьми, нужно ее сбить. Так, не получилось, поехали дальше. Ох, о, как подлетел. Меня маленько развернуло. Сразу по тормозам. По тормозам. Нет, нужен газ. Нужно газ, развернуться. Тут развернемся и поднимаемся. Интересно, как смотрится со стороны. Так, одно колесо поднимается в горку. Ну, если, конечно, с горки, то нормально. Но в горку на одном колесе, это, конечно, трэш. Так, вертушки, две вертушки. Копы уже позади. И уже скоро будет, друзья, гора. Скоро доберемся. Франклин, потерпи еще чуток. Осталось буквально чуток. Но очень тяжело поднимается колесо, потому что попутом двигатель стоит не топовый. Так, скоро закат будет. Это реально самая долгая серия, потому что от рассвета до заката мы катались по Сантосу и все-таки поднимаемся в горочку. Давай, давай, буквально чуток осталось, Франклин. Главное не упасть, аккуратненько. Сейчас, секундочку. Копа едет прямо позади меня. Задний ход. Задний ход, только не тор... Он задний ход не хочет. А, давай-ка передний. Резкий передний. Дрифтанем. И в горочку. Копа едет позади меня и, в принципе, им найс. Так, из-за солнца я не вижу, куда дальше ехать. Так, дикие животные, в сторону. Киска, киска, маленько в сторону уйди, либо я тебя задавлю. Так, очень узкий. Походу, я и задавил. Копы полетели вниз, а мне нужно проехать этот неуприятный участок и подняться в горочку. Давай, давай же, Франклин. Обалдеть, из-за солнца я ничего не вижу и довольно сложно управлять еще этим колесом. Главное не перелететь на ту сторону и не падать вниз. Так, можно, по идее, тормознуть и копа подстреливать. Потому что они реально уже достали. Да, снял вертушку. Одну вертушку снял, еще одна осталась. Где-то, где-то позади. Пускай летает. Пускай летает и снимает меня. А я практически добрался. Еще прилетела одна. Как быстро, оперативно. Вот спокойно, если ехать, то можно, в принципе, и нас забраться наверх. Давай, давай, чуток, Франк, не осталось. Ох ты жесть, я вижу дирижабль рядом с нами, и скоро уже будет ночь, друзья. От рассвета до заката мы гоняли на этом колесе, и все-таки приехали в нашу гору. Обалдеть. Давай, чуток, осталось, Франклин. Сейчас твоя блевотина вырвется наружу. Нет, там еще много ехать, очуметь. Ну, в принципе, там довольно не будет несложно, и копов больше не будет, кроме вертушек. Но мы все-таки доберемся. Доберемся, рассмотрим уже у Франклина, как, сколько там блевотины, сколько там крови. Нужно ее снять. Нет, не будем снимать, нужно аккуратно проехать. Аккуратненько проехать налево-направо. Как колбась, налево-направо, словно уже все колеса мои спущены. Ну, по идее, у нас всего лишь одно колесо. Так, последний, последний трэш, и можно на скорости. Ух ты, да! Какой прекрасный вид отсюда. Давай, давай, Франклин, осталось буквально чуток. Нет, не туда. По тормозам. Давай, наверное, обойдем с другой стороны. Так, вижу еще одну киску. Только главное ее не задавить. Так, разворот сделает. Он на месте разворот получается, прям как у бульдозера. И, друзья, мы на горе. Как залетели эпично. Короче, мы отключаем уже копов и уже посмотрим на Франклина, на его блевотину. И как он там, живой, не живой. Интересно, в кого он там превратился? Наверное, в Калка. И, друзья, все в порядке. Он живой, на нем нет крови даже. Очуметь. Все в порядке, друзья. Это было колесо, это было полицейские погони. А с вами был Спикер. Увидимся в других роликах. Всем спасибо и всем до новых встреч. Всем пока.